Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня собираем теплицу капля крепыш 2 метра шириной, 2 метра длиной. Каркас поставили, зафиксировали к брусу, выровняли. Сейчас будем крыть поликарбонатом и останутся у нас двери с форточками. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу капля крепыш 2 на 2. По торцам у нас двери с форточками. С другой стороны такая же. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40, торцы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители. Все это стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью анкеров и корей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также на торцах установлен резиновый уплотнитель. Вот такая миниатюрная теплица у нас получилась, на которой не лежит снег. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!